вот это та самая знаменитая чаша любви. Если прыгнуть в нее, то когда в желании любви, говорят, сбывается. Глубина 6-7 метров. А почему называется чаша любви? Потому что вот этот проем похож на сердце. Люди прыгают. Ну, можно и не прыгать, а вот там чуть-чуть подальше. Вход прямо из моря пологий. Но глубоко, 6-7 метров сразу. Так что тем, кто не умеет плавать, лучше сюда не прыгать. Ну, можно, наверное, с кругом. Чаша любви. Тарханкут, Атвеша.